Всем привет! Наконец-то после долгой паузы пришло время путешествий. Я посетил Фарерские острова, о котором расскажу в этом ролике. Я когда-то давно смотрел видео Птушкина о Фарерских островах. Я тогда был так впечатлен, что я сразу понял, что я сюда обязательно приеду. Кстати, мы отправились в годовое путешествие, вот уже 2 месяца мы в пути. И первая страна была Фарерские острова, поэтому садитесь поудобнее и поехали. Фарерские острова – это райский уголок, о котором мало кто знает. Как будто кто-то спрятал от человечества эти острова. Вот про Исландию, которая чуть-чуть севернее, знает весь мир, а Фарерские острова мало кто знает. Хоть Исландия и Фарерские острова очень похожи, но все-таки Фарерские острова более жизнепригодные и более обжитые. В Исландии что там? Ледники, камень и ветер. А здесь какая-никакая растительность растет. Фареры являются территорией Дании, но у них полная автономия. Они сами решают, как жить. Язык у них не датский, а свой собственный язык, который немного похож на исландский. Здесь на Фарерах люди особо не парятся и не дублируют на английский язык. Поэтому приходится на ходу ориентироваться, как-то понимать, что они там имели в виду. Знаки все на своем языке. Запоминать название вообще нереально. Когда уже мой самолет подлетал к островам, сверху я посмотрел и не увидел ни одного дерева, даже ни одного куста. Здесь такая необычная природа. Сверху Фарерские острова выглядят как просто огромная зеленая поляна. Ну, как гольфовые поля, знаете. Отвесные скалы, красивая береговая линия и просто газон. Причем такого зеленого, такого сочного зеленого цвета, который просто имеет, я уверен, терапевтический эффект. Я считаю, в целях профилактики каждому человеку стоит сюда приезжать и просто лечиться зеленым цветом. Ну, есть же разные терапии, там, sound healing, там, которые лечат звуком. Некоторые люди, ну, сидят в темноте по несколько дней, тоже, которые имеют лечебный эффект, якобы. Вот этот зеленый цвет, я уверен, что 100% будет иметь такой же эффект лечебный. Ну, уж стресса точно будет меньше. Здесь полная тишина. Если вы хотите оторваться от шума, гамма, хаоса городского, то вам сюда. Такое уединиться, так сказать, с собой. Если вы хотите, то это вот Фарерские острова. Здесь большинство времени едешь в полном одиночестве. Нет никаких машин. Можешь остановиться где хочешь. Не знаю, дрон запускать где хочешь. В туалет сходить. В общем, никого нет. Просто вы и вот райский остров и ваша машина. И есть еще одна прикольная тема. Мне очень нравится, когда ты едешь, и дорога заканчивается. Просто все. Дальше обрыв. И дальше дороги нет. И ты понимаешь, что ты как бы доехал до конца. И так вот все время здесь на Фарерах. Ну, ты понимаешь, что ты на краю света находишься. Дороги постоянно заканчиваются. Тебе приходится разворачиваться и ехать обратно. Здесь фарерцы мосты не строили. Рыли тоннели. И вот посредством вот этих тоннелей все вот эти острова присоединены друг к другу. И иногда эти тоннели такие длинные, что минут по 20 едешь. И там внутри тоннеля есть еще, ну, такие разветвленные очень тоннели. У них там есть даже кольцевые внутри тоннели и прочее. Они там световые инсталляции делают, чтобы не скучно было ехать. Потому что я один раз чуть не заснул, так долго монотонно едешь в тоннеле. Первый же день, как прилетел, взял машину в аренду. Мне в рентакаре предупредили, что идет страйк этих заправочных, и в стране нет бензина. То есть мне нужно ориентироваться только вот на тот бензин, который они мне залили, там не полный бак был. И если как бы где-то закончится бензин, дальше как бы сам там толкать, там, не знаю, звать эвакуатор и прочее. Ну, вначале я не придал особого значения, но когда я понял, что реально бензин негде достать, я уже начал экономить. Как только передо мной появлялся спуск, я просто на нейтралке катился вниз. И вот так все время. И, в общем-то, еле-еле дотянул до последнего дня чудом. Также первый день, когда заехал в отель, мне просто не выдали ключи от дверей
и сказали, что не переживай, здесь безопасно, как бы можешь не закрывать двери. И на самом деле так и оказалось, что здесь абсолютно безопасно. Ну, природа может подкинуть сюрпризы, но именно в плане криминала здесь очень безопасно. Даже было такое, что последний день я забыл GoPro и уехал. И представляете, чувак в баре, у которого я забыл, он пошел сам и отправил мне за свои деньги GoPro обратно. И только потом как бы скинул мне свой банковский счет, чтобы я перевел ему деньги. То есть не подождал, чтобы я ему перевел сначала деньги, а потом бы отправил. Он за свои деньги, а это, между прочим, 40 фунтов, уже отправил мне GoPro на мой адрес. Люди крайне дружелюбные, белобрысые, светлоглазые, белобровые. Здесь даже овцы белобрысые, белобровые, ну как хозяева. Кстати, эти острова еще у некоторых народов называются овечьими. И не просто так, потому что овцы захватили, я бы сказал, власть. Ну, власть они захватили, но территорию точно, потому что они везде, они гуляют, на свободном выгуле. В основном нет никаких заграждений, они гуляют себе по горам. В самых недоступных местах можно встретить именно овец. Ну, на них метки, чтобы, если что, знали, чья собственность. Я так думаю, что по GPS как бы хозяева отслеживают. И они все обросшие овцы. Явно хозяин не часто их навещает. Вот так и должно быть. Животные должны гулять свободно и жить полной жизнью. Мне было интересно, овцы, которые живут посреди таких пейзажей, они наслаждаются этими видами или нет? Но одно точно, что овцы не имеют страха высоты. Вот как я, да, я боюсь высоты, а вот овцам вообще пофиг, они там такие скалы иногда смотришь, просто внизу ущелье, я не знаю, в 1000 метров, и там на самом краю овцы пасутся так спокойно, то есть как-то у них нету этого страха у животных. Фарерские острова – это про виды. Представьте, вот люди приезжают ради видов. Вообще, прекрасное дело продавать виды. Вы понимаете, у вас нескончаемый продукт, бесплатный, он всегда там на месте будет, и всегда на него есть спрос. Люди просто помешаны на видах. Ну, вид из окна, пейзаж там, чтобы у них открывался кофе пить. Поэтому, если вы можете сделать бизнес на видах, это самый прекрасный бизнес. У меня есть квартира в Таиланде, в одном здании. Представьте, один и тот же дом, с одной стороны квартиры стоит на 30% дороже, чем с другой стороны. В том же доме, на том же этаже, на том же крыльце. Почему? Потому что с этой стороны вид, а с той стороны нет вида. Просто ради вида 30%, а это, между прочим, куча денег. В общем, продавайте виды. Люди готовы заплатить любые деньги за хороший вид и ехать в любую жопу, в любую даль ради этого. Особенно богатые. Это ваши клиенты. Я заселился в контейнерный домик. Кто ты? Вот так выглядит этот контейнерный домик. А вот это моя комната. Такая скромненькая кровать и картинка. Но вид из окна вот такой. И стоит это 100 баксов. На Фарерах фантастическая архитектура в нордическом стиле. Очень похоже, как в Исландии. Тоже дома с крышами и газонами. Выглядит просто восхитительно. Прямые линии, преобладает черный цвет. Очень красиво. В целом, по моим наблюдениям, у людей равный достаток. Потому что дома у всех примерно одинаковые. Не как у нас. Едешь там в регионах, в деревнях. Сразу режет глаз разница между богатыми и бедными. У богатых там двухэтажные дома, там за высокими заборами навороченные, а у бедных полуразвалившиеся, перекосившиеся халупы. Вот здесь не так. Все примерно одинаково богаты. Ходят люди по ресторанам. Здесь, я бы сказал, цены безнравственные, потому что очень все дорого. Либо жрать очень дорого в ресторанах, либо жрать всякую дрянь, что я и делал. Столько картохи и майонеза я не ел, наверное, за последние 5 лет. Сколько-то за несколько дней на Фарерах. В одном ресторане заказал грин-карри и пиво. И мне принесли счет 50 баксов. Ну, в общем-то, здесь выбор для вегетарианцев очень маленький. Потому что все с мясом.
цены вообще на все очень дорого. Например, простой хайкинг здесь, оказывается, надо платить не какую-то символическую сумму, а $80. Я понимаю, national парки, да, национальные парки, допустим, по всему миру, да, там вход стоит сколько-то денег. А здесь не национальный парк, просто ты хочешь идти в гору или к маяку, тебе нужно заплатить $80 хайкинг фи. Просто охренеть, какие цены. Второй раз в моей жизни прихожу, и аэропорт закрыт. Никого нет в аэропорту. 3 часа до ВО. О, открыли дверь для меня. Ну вот открыли меня, впустили внутрь, но никого нет. Один охранник был, он тут спал, похоже. Вот он меня впустил. Все закрыто. Как оказалось, тоннели у них платные. Аж $25 за каждый заезд. Это я потом узнал, когда получил огромный счет. За каждый проезд, представляете, по тоннелю $25. Блин, это получается, они за мой счет построили эти тоннели. За такие деньги мне 4 форешцев должны были переносить через тоннели. Не то, что я ехал сам, блин. Время 11 часов ночи. Светло. Приключения у меня начались примерно на 3-й день. Вот, кстати, хороший совет, если вам скучно путешествовать и как-то, ну, разнообразить, адреналина прибавить, заведите себе дрон. Поверьте, у вас путешествие изменится просто на 180 градусов. Так вот, я был в одном месте, очень красивом. Там был поселок, зажатый между скалами. И мне хотелось на дроне снять это все. Хотя был сильный ветер, но мне очень хотелось именно такой ракурс взять, где видны скалы и поселок. Вот. И пока я летел по ветру, все было замечательно. Я отлетел где-то 700-800 метров, и уже когда хотел обратно лететь, ветер был такой сильный, что у меня дрон летел метр вперед, два назад, метр вперед, два. В общем, оставалось 30%, но я все равно понял, что дрон уже не вернуть, и решил там найти скалы и куда-нибудь посадить. В общем, полетел в бок и посадил на таких диких скалах, где чайки, водоросли и все. Час метался по поселку и как бы уже мысленно попрощался со всеми видео, которые снял на дрон, и, в общем, с дроном. Думаю, ну ладно, бывает, не первый раз, у меня уже 5-й, 6-й. Но потом решил, думаю, дай-ка я через гору, если я пойду, вдруг я смогу на эту скалу забраться. Ну, вдруг есть хоть какой-то шанс, дай-ка я попробую. И, в общем, я пошел. Пока я там по этим горам пошел, я там торгся в куча частных территорий. В общем, там были только овцы и я, и все, и птицы еще. Ну, такой склон был горы, вообще нереальный. Я там за траву держался, в общем, шел. Намочил обувь по щиколотку. Кстати, я не знаю почему, но не знаю, как это со мной бывает, что я всегда не по погоде одет. Вот куда бы я ни приехал, я не по погоде. У меня кроссовки сеточные, тут ветрище, блин, мороз, а у меня кроссовки и одна легкая кофта. Я, кстати, домой летел в мокрой обуви, потому что все намочил, а запасных не было. Ну ладно, это так. И, в общем, через эту гору полез, и там был водопад. Надо было по водопаду спуститься. И я начал, в общем, шаг за шагом спускаться. Вот теперь я понимаю, как происходят несчастные случаи со всякими туристами и недоальпинистами. Потому что ты себя пушаешь каждый раз на шаг дальше. Думаешь, ага, вот эта ветка выдержит, ладно. Потом думаешь, ага, вот этот камень тоже может выдержать. Эта трава выдержит. И вот так, шаг за шагом, ты себя пушаешь дальше, дальше. А потом какой-то момент я обернулся, я посмотрел вверх, я реально 15 метров по водопаду, по скользким влажным камням спустился вниз. В общем, дрон я не спас, но я оттуда увидел, что я, если дальше пойду по горе, возможно, там будет место. В общем, опять залез на этот водопад, поднялся до конца, через другой конец еле-еле пробрался, запрыгнул на эту скалу и смотрю, лежит мой дрон бедненький под дождем и спас, в общем. Для меня вот безопасность как строится, да, вот когда ты делаешь шаг, ты должен понимать, что этот шаг ты сможешь сделать назад, и только тогда делаешь этот шаг. То есть шаг делаешь, потом второй, потом дальше, и вот так, степ-бай-степ, вот как бы я целый водопад, представьте, спустился и поднялся.
Меня никто безопасности не учил в таких случаях, но я всегда делаю шаг, если я знаю, что этот шаг могу сделать обратно. Ну, такой совет, как бы, да. Если вдруг куда-то залезете, где опасно, делайте шаг только в случае, если можете обратно сделать этот шаг. Вот так спас дрон. Дрон спас, а GoPro не спас. С таким трудом я спас свой дрон и на следующий день забыл свой GoPro в ресторане. Нормально вообще? Еду в тумане, в горах. Вот там обрыв, и там внизу высоченные скалы, как бы вода. Там внизу море. Ни хрена не видно. Вот так едем. Последний день на Фарерах я решил поплыть на остров Микенес. Ну, это как греческий Миконос, только здесь называется Микенес. Так вот, купил билеты на паром, но так случилось, что в этот день был штормовой ветер, и все паромы отменили, кроме одного, который должен был забрать вчерашних туристов. Ну, я подошел туда, и мне говорят: ну, чувак, у тебя билеты как бы есть, ты можешь с нами поплыть, если хочешь колбаситься по волнам, но выйти на острове ты не можешь. Ну, я думаю, что я буду сидеть в номере, лучше я поплыву с ними. Пока мы еще были в бухте, все было более-менее. Но как только мы выплыли в открытый океан, там такое началось. 4-метровые волны поднимают наш этот маленький кораблик и вверх, и оттуда херакс вниз. И опять то же самое. И так все время. Представьте, надо было 2 руками держаться, чтобы не вылететь за борт. Я кричу: капитан, мы тонем! А он такой поворачивается с похмельным лицом, почесывая яйца, говорит: успокойся, все нормально, держись 2 руками, иди в жопу. Ну, в смысле, иди в зад, там меньше колбасит. Я реально впервые в жизни видел человека, капитана, который настолько спокойно, абсолютно не тревожась, я бы сказал, даже скучающим видом управляет вот этой махиной в такой шторм, ураган, когда просто нас бросает вверх-вниз, как щепку, и когда со всех сторон волны на нас обрушиваются, а ему хоть бы хны. Вот такой должен быть капитан, уверенный в себе и спокойный. Когда мы подплыли к острову Микенес, я просто охренел. Такого потрясающего вида я в жизни просто не видел. Остров Микенес – это как такой короб, торчащий из воды, вертикально вверх. Над островом стоит туман, и сверху кружат птицы. Это было нечто мистическое. Это было так красиво, когда фильмы снимают, там 3D, «Аватар» там и прочее, и там рисуют всякие выдуманные острова, вот им стоит просто приехать и снять Микенес, потому что это нечто сногсшибательное. Просто такого зрелища я не видел никогда в жизни. Я был просто потрясен, настолько красиво. Туда приезжают туристы смотреть за птицами. Вот. Но, к сожалению, мне не повезло с этим штормом, и я просто посмотрел с палубы. К сожалению, даже сфотографировать или снять видео толком не удалось, потому что все время колбасило, и нужно было держаться крепко. Лодочки какие-то, да, исторические. Вот там большие стоят, но тоже какие-то старые. Памятник фарерской женщине, которая чистит рыбу. Если подытожить, Фарерские острова – фантастическое место, которое обязательно стоит посетить. Ну, жить я бы не рекомендовал здесь. Все-таки тоскливо как-то. Вот выходишь вечером гулять, в 6 вечера уже все закрыто, людей на улице нет, ветер дует, чайки летают. Ну, просто тоска. Даже в глазах у людей можно разглядеть тоску. Но приехать тут отдохнуть, посмотреть на красоты – очень рекомендую. Здесь попросту нет некрасивых мест. Обязательно имейте одежду windproof и waterproof, то есть от ветра и от воды. Несравнимые виды вам обеспечены. А пока никуда не расходитесь, скоро новый ролик про Северную Ирландию.